Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я инвалид с детства. Так начинается обращение к балаковцам Татьяны Трапезниковой, которой жизненно необходимо обустроить пандус для съезда на инвалидной коляске. И сама Татьяна, и ее дочка Соня передвигаются на колясках, поэтому пока выходить на улицу им проблематично. Сметная документация на обустройство пандуса имеется, ее составили специалисты администрации. Как нам сегодня рассказали в ОБМР, возможности помощи Татьяне Трапезниковой рассматриваются. Данным направлением вопроса занимается у нас ведомство. На сегодняшний день эти средства действительно не заложены. Данным вопросом занимаются у нас на сегодняшний день две заявки существующие, которые требуют подобного вида работ. По смете 2016 года эта сумма порядка 400, ну чуть меньше 500 тысяч стоит, чтобы устроить им этот самый съезд. Пандус, да. Но на сегодняшний день резервов подобных нет. Либо мы будем к социально-ответственному бизнесу обращаться. Но между тем мы обязательно известим средства массовой информации, каким образом будет решаться данный вопрос. Но на самом деле мы не можем просто взять... Условно, у нас нету такой бумажки, куда мы, допустим, руку сунули и заплатили. Все такие подобные вещи идут через Совет депутатов. Поэтому, если у вас интересна сама процедура, то есть смысл обратиться к Наталье Васильевне Киндерс. Мы также с ней про этот вопрос проговаривали. Потому что именно депутаты согласовывают бюджет и передвижки. Поэтому, если они пойдут навстречу и выйдут в администрацию с просьбой изыскать средства уже в имеющихся, средствах, может быть, где-то экономия какая-то произойдет, но в любом случае без городских депутатов, без их решения мы подобных действий предпринять попросту не можем.